верите ли вы в то, что Путин коррупционер? Да может, он, конечно, и наворовал, но он хотя бы хоть что-то для страны сделал, в отличие от остальных наших президентов. Я допускаю, да. Все допускаю. Все может быть в этой жизни. Я доверяю Путину. Он производит впечатление порядочного человека. Все его интервью, да, все положительные. Ну, я все-таки как-то не верю. Хотелось бы верить в другое. Я, например, верю нашему президенту. Я считаю, что у нас достойный президент. Я верю, что многие коррупционеры, но только не Путин. А почему не Путин? Ну, потому что он свое окружение держит, но сам еще не разбирается в нем полностью. Я не верю, потому что Америка не любит Путина. И ему еще пришлют не то. Сейчас коррупционеры, по-моему, везде. А по поводу Путина я точно сказать не могу. Свечку не держал, как говорится. Я думаю, что денег у него достаточно, чтобы красть миллион. Он политик, он, как сказать, человек, который управляет страной. Это уже настолько много, чтобы красть деньги, он уже так опускаться не будет. Чушь, конечно, собачья. Здесь коррупционеры вообще, видимо, невидимо. Да, мы все это хорошо знаем. Насчет Путина я не буду ничего утверждать, конечно. Он на государственной службе, но когда человек говорит, он не знает, сколько он зарабатывает, это наводит на размышления. По-моему, очевидно. А почему очевидно? Ну, посмотрите вокруг. Не знаю, там Ротенберг тот же самый, это же друг его. А вряд ли. Я думаю, что все-таки это человек, который стремится к миру. И что в нашей стране великой было все хорошо. Человек такого уровня, который уже давно, в принципе, у власти, вряд ли может проявить себя с точки зрения коррупционера. Я считаю, что я не совсем доверяю, как бы, нашему президенту, но с точки зрения коррумпированности я не могу его обвинить. Но зачем при его зарплате, при его положении еще красть больше денег? Кому они нужны? Он уже правнуков своих точно обеспечит. Все завидуют ему, все просто хотят быть на его месте. Вот, поэтому всеми возможными неправдами его обливают. Если прямых доказательств нету, то это ложь и провокация. Я ему доверяю. Я думаю, что наш президент не мог украсть так мало, так много.